Мы продолжаем начатый ранее разговор о современном состоянии капканного промысла. Наш эксперт Сергей Меньков, заведующий отделом техники охотничьего промысла в Кировской сельхозакадемии или по-новому во Всероссийском научно-исследовательском институте охотничьего хозяйства и звероводства. Вот уже 20 лет Сергей проектирует и испытывает новые модели так называемых гуманных капканов. То есть таких капканов, которые не дают зверю мучиться. Либо убивают сразу, либо держат невредимым до прихода охотника-траппера. В прошлой программе Сергей ознакомил нас с видами капканов, которые применяются для добычи мелкого и крупного пушного зверя. А сегодня мы увидим эти капканы в деле. Здесь хорошее место для установки убивающего капкана. Это естественная пещерка под корнями. Место еще удачное, потому что здесь берег лесной речки. Может прийти куница, норка. На приманку мы используем кусок лосиного мяса. Хотя одна из лучших приманок, конечно, бобрятина. Она долго сохраняет запах на морозе. Так, застегиваю пружины капкана на крючки. Так, и пока отложим его в сторону, подготовим место для капкана. Для того, чтобы капкан не примерзал к поверхности, можно использовать пару тонких палочек. Их положим вот так вдоль. Капкан будем закреплять на двух палочках потолще. Такие наземные установки, они обычно бывают добычливее, чем капкан, поставленный на высоте, скажем, 1.5 метров. Правда, в таких местах, конечно, приманку быстро повреждают мыши. В снегопады капкан заметает, его нужно будет расчищать, подновлять приманку.
Проход вокруг капкана нужно перекрыть палочками или ветками. Приманку нужно размещать в сантиметрах в 15-20 за капканом. Это для того, чтобы зверь, когда пытается протиснуться к приманке, чтобы тело зверя находилось внутри рамок капкана. Проход загораживаем палочками и ветками. Хорошо для этого подходят еловые ветки, например. Главное не забыть снять предохранительные крючки. Закрываем проход сверху теми же ветками. И сейчас капкан готов к работе. Вместо установки еще полезно повесить зрительную приманку, которая будет дополнительно привлекать зверей. Обычно для этого используют, ну, например, крылья птиц, крылья дичи. Ну, вот у нас есть лосиное ухо. Все, капкан установлен. Сейчас остается только через несколько дней прийти и проверить его. Через 3 дня мы выезжаем с Сергеем на проверку ловушки. Вот где вспоминаются русские поговорки. Правда, нам придется перефразировать. Угодила куница в капкан, хоть и рано, а знать ночевать. Вот мы сегодня с добычей. Куница. Так, сейчас придется вытащить этот капкан. Он здесь стоит давно. Палки примерзли. Thank you.
Сейчас добавим свежие приманки и поставим капкан на место. Две палочки, на которые будут опираться рамки капкана, ставим на место капкан. Снимаем предохранительные крючки. Еще нужно несколько веточек или тонких палочек, чтобы перекрыть проход сбоку и сверху. Не нужно слишком плотно ставить ветки. Достаточно того, чтобы проход капкана выглядел для зверя самым удобным местом, через которое можно пробраться к приманке. Вот так нескольких веточек обычно достаточно. Все, идем к следующему капкану. Следующий капкан мы поставим в ящике, капкан на куницу. Для этого нужно сначала срубить две жерди.
эту жертву нужно прибить. И рядом с ней вторую. Сверху мы на них поставим ящик, в котором будет стоять капкан. Можно прибить параллельно, можно так положить. Это не имеет значения. Они нужны только для того, чтобы поставить ящик. Можно подкрепить проволокой, чтобы когда ляжет глубокий снег, ящик не свалился. Приманка в глубине, капкан на входе. Капкан убивает зверя ударом. Проволока здесь нужна только для того, чтобы, если капкан с добычей упадет, то не искать его в снегу. Готово. Сейчас можно еще использовать ветки, которые у нас остались от срубленной елки, для того, чтобы сделать крышу сверху. Вообще, чем заметнее установка с капканом, тем сильнее она привлекает зверя. Установки в ящиках могут служить очень долго, по несколько лет. Понятно, что ящики нужно делать не в лесу, а дома, причем в любое время года, не обязательно в охотничий сезон.
Все, последний штрих осталось поставить в взбежек. Приманку в ящике не расклевывают птицы, не растаскивают мыши. Ящик можно делать длиннее. Тогда попавший зверь вообще остается под крышей, защищенный от снегопада и от тех же птиц. Наша следующая задача – проверить капкан, установленный Сергеем для отлова дикой кошки. Рысь крупная попала головой и лапой. У них, как и у многих других кошек, привычка все пробовать руками. Капкан КП-250. Капкан для бобра, выдры, барсука и рыси. С чувствительной насторожкой, четырехсторонней. Лапа попала в капкан вместе с головой. То есть, скорее всего, она пыталась дотянуться лапой до приманки и одновременно просунула сюда голову. Для рыси это, в общем, нормальное поведение — пробовать достать лапой. Ну, попала удачно, захват сразу за головой. Где-то затылок, первый шейный позвонок. Судя по тому, что она не раскидала тут всю установку, все произошло, видимо, достаточно быстро. Хороший удар сразу по первым шейным позвонкам. Лапа не помешала. Видимо, погибла за несколько минут. Почти не сопротивлялась. Мечта таксидермиста. В виде шкуры она стоит, в общем, недорого. Но чучела их покупают охотно. Установка называется «Шалаш». Суть в том, чтобы перекрыть проход со всех сторон, кроме той, где стоит капкан. Точно так же, как с капканами на куницу, нужно поставить капкан так, чтобы он для зверя выглядел самым легким путем к приманке, самым легким подходом. Сейчас мы восстанавливать ее не будем, потому что вторая рысь сюда вряд ли придет. Что ж, как мы видим, умелое применение капкана – это очень эффективный способ добычи рыси. В нашей следующей программе охотовед Дмитрий Ванчихин расскажет нам, как с помощью капкана добывают бобров и лис.